Thank you.
дома, подобные иным людям, способны однажды раз и навсегда снискать себе мрачную репутацию обиталища сил зла. Наверное, все дело в своеобразной ауре злодеяний, свершившихся некогда под их крышами. Она-то и пробуждает в вашей душе необъяснимый страх. Спустя много лет после того, как реальные злодеи во плоти и крови покинули этот лучший из миров, неведомые флюиды темных страстей убийцы и предсмертного ужаса его жертвы проникают в ваше сердце, и вы, будучи просто любопытствующим наблюдателем, не имеющим никакого отношения к никогда совершенному здесь преступлению, внезапно чувствуете, как напряглись ваши нервы, забегали по телу мурашки и похолодела в жилах кровь. Алджерон Блэквуд. У меня нет ни малейшего желания возвращаться к тайне дома Шарьера. Ни один здравомыслящий человек не стал бы цепляться за подобные воспоминания, а напротив, постарался бы как можно скорее от них избавиться. Или, в крайнем случае, убедить себя в их нереальности. И все же, мне придется поведать миру о своем недолгом знакомстве с таинственным домом на Бенефит-стрит и о причине моего панического бегства из его стен. Ибо я считаю своим долгом спасти невиновного человека, оказавшегося на подозрении у полицейских после безуспешных попыток последних найти объяснение одному слишком поздно сделанному открытию. Несколько лет тому назад мне довелось стать участником событий, немногие сохранившиеся следы которых ныне приводят в ужас почтенных обитателей города. Как известно, многие любители и знатоки старины печальным образом сочетают в себе интерес к древним домам и предметам с поразительным нежеланием выяснять что-либо о судьбе, помыслах и намерениях их создателей и прежних владельцев. А ведь практически каждый исследователь, посвятивший себя изучению людских обиталищ, имеет все шансы столкнуться с тайной, куда более важной и увлекательной, нежели дата сооружения какого-нибудь флигеля или двухскатной крыши, и найти правильную разгадку этой тайны, какой бы она ни была, невероятной, ужасающей или даже, кто знает, дьявольской. Имя Элайджи Этвуда кое-что значит среди истинных любителей старины. Из соображений скромности не стану распространяться здесь о собственной персоне, но думаю, не будет зазорным упомянуть о том факте, что в справочниках по антиквариату вашему покорному слуге уделен не один абзац.
Я приехал в Провиденс, штат Род-Айленд, в 1930 году, намереваясь пробыть в нем лишь несколько дней и затем отправиться в Новый Орлеан. Но все мои планы расстроились в первый же день, когда я увидел дом Шарьера на Бенефит-стрит. Так неожиданно и бесповоротно может завладеть сердцем любителя старины только какой-нибудь необычный дом на улице новоанглийского города, явно выделяющийся на фоне соседних зданий своим почтенным возрастом и окруженный некой неподдающейся определению аурой, отталкивающей и притягательной одновременно. Информация, которую я получил о доме Шарьера, заключавшаяся в том, что в нем обитает нечистая сила, мало чем отличалась от подчеркнутых мною в журнале американского фольклора сведений о большинстве старых, покинутых людьми жилищ, будь то основательные постройки представителей цивилизованного мира, землянки австралийских аборигенов, хижины полинезийцев или примитивные фигвамы американских индейцев. Не хочу распространяться здесь о призраках, однако скажу, что мой богатый жизненный опыт позволяет вспомнить кое-какие явления, которые никак не поддаются объяснению с научной точки зрения. Хотя, с другой стороны, обладая достаточно трезвым умом, я верю в то, что рано или поздно, когда наука сделает очередной шаг вперед, эти объяснения будут найдены. В доме Шарьера, конечно же, не водилось нечистой силы в прямом смысле этого слова. По его комнатам не бродили, гремя цепями, угрюмые призраки, полночь под его крышей не раздавалось страшных завываний, и за могильные силуэты не вставали в колдовской час, неся предупреждение о близком наступлении рокового конца. Но нельзя было отрицать того, что некая мрачная аура зла, ужаса, иных необъяснимых явлений витает над домом. И не надели меня природа достаточным хладнокровием, этот особняк, без сомнения, давно бы свел меня с ума. В сравнении с другими домами подобного рода, этот обладал не столь ощутимой аурой, но в то же время он прямо-таки давил на сознание своей, если хотите, старинностью. Нет, не тяжестью веков своего существования на этой земле, но глубочайшей седой древностью несравненно более ранних эпох бытия, когда мир был еще совсем молодым. Это показалось мне странным, ибо дом, как бы ни был он стар, все же вряд ли стоял здесь более 300 лет. Я не мог сдержать восхищение, увидев его в первый раз, и это было восхищение знатока, нежданно-негаданно встретившего среди скучных зданий типичной новоанглийской постройки замечательный образец архитектуры 17 века в квебекском стиле, о котором я имел достаточно четкое представление, ибо в Квебеке, да и в других городах Северной Америки, бывал много раз. В Провиденсе же я оказался впервые. Впрочем, в мои намерения не входило останавливаться здесь надолго. Меня ждал Новый Орлеан, а Провиденс был всего лишь промежуточным пунктом, куда я завернул, чтобы проведать своего старого друга, тоже весьма известного антиквара. Направляясь к нему на Барнс-стрит, я и наткнулся на дом, о котором веду сейчас свой рассказ. Переполнившее меня тогда чувство сугубо профессионального восхищения не помешало мне, однако, разглядеть, что он стоит незаселенным. И враз позабыв о запланированной поездке в Новый Орлеан, я тут же принял решение снять его для себя и пожить в нем некоторое время. Быть может, это желание, будучи минутной блажью, так и осталось бы неосуществленным, если бы не та странная неохота, с которой Гэмбл, так звали моего друга, отвечал на мои настойчивые расспросы об этом особняке. Более того, я почувствовал, что мой приятель не желает, чтобы я даже близко подходил к этому дому. Боюсь, впрочем, показаться несправедливым по отношению к бедняге, ведь тогда дни его были уже сочтены, хотя оба мы еще не подозревали об этом. Гэмбл принял меня не в кабинете, как обычно, а в спальне, где он лежал в постели, мрачно уставившись в потолок. Видимо, он чувствовал себя прескверно, и даже мой визит не очень его обрадовал, несмотря на то, что мы не виделись уже несколько лет. Пристроившись у изголовья больного, я сходу принялся расспрашивать его о доме, предварительно весьма подробно обрисовав его.
Столь детальное описание понадобилось мне для безошибочной идентификации этого сооружения, ведь я не знал тогда о нем ровным счетом ничего, в том числе и название. Гэмвилл сказал, что владельцем дома был некий Шарьер, французский хирург, в свое время приехавший сюда из Квебека. «А кто его построил?» – спросил я у Гэмвилла. Но этого мой друг не знал. Единственным именем, которое он назвал мне, было имя Шарьера. Высокий человек с грубой, словно потрескавшейся кожей. Я видел его от силы 2-3 раза, но никто не может похвастаться тем, что встречал его чаще. Он тогда уже оставил свою практику. Вот что сообщил мне Гэмвилл о Шарьере. Что и говорить, не очень-то щедрая информация о загадочном хозяине, заинтересовавшего меня дома. Впрочем, после некоторого молчания, Гэмвилл продолжил изложение фактов о докторе и его таинственной обители. И я узнал, что время, когда мой друг только начал проявлять интерес к необычному особняку, Шарьер уже жил там, возможно, вместе со старшими членами его семейства. Хотя относительно последних у Гэмвилла не было твердой уверенности. 3 года назад, в 1927 году, этот мрачный отшельник тихо скончался. Во всяком случае, местная Джорнелл настаивала именно на упомянутой дате. К слову сказать, единственной дате, выловленной мною из крайне скудного жизнеописания доктора Шарьера. Все остальное было сокрыто пеленой неизвестности. За все время, прошедшее после смерти отставного хирурга, в доме лишь однажды поселились жильцы, семья заезжего адвоката. Однако уже через месяц они уехали оттуда, жалуясь на сырость и неприятные запахи. С тех пор он так и стоит пустым. До некоторого времени надежно защищенный от посягательств городских властей, среди представителей которых нашлось бы немало охотников сравнять его с землей. Дело в том, что доктор Шарьер, оставив после себя солидную сумму, поручил одной юридической конторе своевременно выплачивать из нее все налоги в городскую казну в течение, как говорили, 20 лет, обеспечивая тем самым сохранность дома на случай, если объявятся наследники доктора. Кто-то припомнил в этой связи, что в письмах покойного хирурга содержались туманные намеки на некого племянника, якобы состоящего на военной службе во французском Индокитае. Все попытки разыскать этого племянника не увенчались, однако, успехом, и дом был оставлен в покое до истечения указанного в завещании доктора Шарьера срока. «Я хотел бы его снять», — сказал я Гэмвиллу. Услышав мои слова, Гэмвилл, несмотря на свое плохое самочувствие, резко приподнялся на локте в знак протеста. «Это блажь, Эдвард», — произнес он дрожащим голосом. «Она пройдет. Лучше оставь свою затею, я слышал много нехорошего об этом доме». «Например?» — стал допытываться я. Но Гэмвилл не желал говорить на эту тему, а только слабо покачал головой и закрыл глаза. «Думаю, посмотреть его завтра», — продолжал я. «После Квебека ты не найдешь там ничего нового, поверь мне», — сказал Гэмвилл. В конечном счете, отговаривая меня от этой сделки, мой друг добился прямо противоположного результата, лишь укрепив во мне желание поближе познакомиться с домом Шарьера. Конечно, я отнюдь не собирался провести в нем всю оставшуюся жизнь. В мои планы входило снять дом на полгода или что-то около того и превратить его в базовый пункт для своих экспедиций в сельскую местность вокруг Провиденса, весьма привлекательную для меня с профессиональной точки зрения. Я рассчитывал найти немало интересного в старинных усадьбах и небольших селениях. В конце концов, Гэмвилл сдался и назвал мне юридическую контору, на попечение которой был оставлен дом Шарьера. Не мешкая, я обратился туда с соответствующим заявлением и вскоре стал полноправным хозяином особняка на период, не должным превышать 6 месяцев или меньший период, в случае, если того пожелает наниматель. Я сразу же перебрался в снятый мною дом и первым делом обнаружил, что в нем не проведено электричество. Признаться, это не очень-то меня обрадовало. Слава богу, что хоть работал водопровод. Многочисленные комнаты особняка освещались керосиновыми лампами самых разнообразных форм и размеров. Иные из них, без сомнения, были изготовлены еще в позапрошлом столетии. Я ожидал встретить в доме следы запустения,
который у меня привычно ассоциируется с многолетними скоплениями пыли и паутины, и был немало удивлен, обнаружив полное отсутствие вышеупомянутых свидетельств заброшенности жилья. Это было тем более странно, что юридическая контора, о которой я говорил выше, Baker & Greenbaum, как будто бы не ставила своей задачей содержать вверенную ей недвижимость в чистоте и порядке, в ожидании единственного оставшегося в живых представителя рода Шарьеров, могущего в любую минуту прибыть в Провиденс и заявить о правах на свою собственность. Дом полностью оправдал все мои ожидания. Несмотря на свой немалый возраст, он был еще крепок, построен на века, как говорится в таких случаях. Комнаты отличались какой-то несуразностью. Размеров они были либо огромными, либо крошечными и давили на психику, мрачной, неестественной желтизной своих стен, обнажившихся под давным-давно отклеившимися обоями. Здание было двухэтажным, однако до отказа набитый старым хламом верхний этаж выполнял скорее роль чердака. Видимо, в последнее время там никто не жил. И в то же время вся обстановка, да и сам дух нижнего этажа, красноречиво свидетельствовали о том, что еще не так давно в этих стенах обитал хирург-отшельник. Одна из комнат явно служила ему лабораторией, а другая, примыкавшая к ней, наверняка была кабинетом. Оказавшись в этих помещениях, я не мог отделаться от чувства, что каким-то странным и непостижимым образом приблизился к покойному Шарьеру чуть ли на расстояние вытянутой руки, как в пространстве, так и во времени. Во всяком случае, обе комнаты выглядели так, будто доктор находился в них всего минуту назад, проделывая какой-нибудь диковинный опыт. Но захваченный врасплох моим неожиданным появлением, принужден был поспешно скрыться. Похоже, что проживавший здесь в течение недолгого месяца адвокат ни разу не заходил ни в кабинет, ни в лабораторию. Впрочем, дом был достаточно велик для того, чтобы можно было разместиться в нем, не вторгаясь в эти уединенные помещения, обращенные окнами в сад, сейчас сильно заросшие невзрачными кустами и деревьями. Расположенный позади особняка сад занимал в ширину примерно одинаково с ним пространство, а от участка, примыкавшего к соседнему дому, его отделяла высокая каменная стена. Было очевидно, что смерть застигла доктора Шарьера в момент проведения какого-то опыта. Признаюсь, суть его очень заинтересовала меня, ибо он явно выпадал из разряда обычных, хотя бы потому, что человеческий организм являлся в нем не единственным и далеко не главным предметом исследования. Во всяком случае, на столе в кабинете я нашел великое множество рисунков с изображениями самых разнообразных рептилий и земноводных. Причудливые, почти каббалистические эти рисунки походили на виденные мною ранее физиологические карты. Среди изображенных на них видов преобладали представители отряда Лориката и родов Крокодилус и Остеолаймус. Хотя встречались здесь рисунки Гавиалис, Томистома, Кайман и Аллигатор, а также наброски с изображениями более ранних представителей класса рептилий, живших чуть ли не в юрском периоде. Впрочем, эти интригующие рисунки, которые красноречиво свидетельствовали о более чем странной направленности научных интересов усопшего хирурга, все же не вызвали бы у меня охоты выяснять обстоятельства жизни и смерти доктора, если бы в самой атмосфере этого дома я не ощущал какой-то тайны, возможно, уходящей корнями вглубь столетий. И дом, и его интерьер были совершенно типичными для своего времени, а водопровод здесь провели, конечно же, намного позже. Сначала я склонялся к мысли, что доктор построил его сам. Однако Гэмвелл в ходе нашей беседы, состоявшей в основном из моих настойчивых расспросов и его уклончивых ответов, дал мне понять, что я ошибаюсь. Не упомянул он и о том, в каком возрасте скончался доктор. «Ну хорошо», – рассуждал я, – «пусть Шарьер покинул наш мир, будучи примерно 80 лет от роду. Но и в этом случае он, конечно никак не мог быть создателем дома, воздвигнутого примерно около 1700 года, то есть более чем за два столетия до его смерти. Так что, скорее всего, дом просто носил имя своего последнего долговременного обитателя, но не творца. На том я бы и успокоился.
если бы, решая эту задачу, не наткнулся на несколько весьма странных фактов, плохо согласующихся как между собой, так и со здравым смыслом вообще. Например, мне не удалось найти ни одного достоверного источника, который бы содержал такую немаловажную информацию, как год рождения доктора Шарьера. Я разыскал его могилу. К моему удивлению, она оказалась в собственных его владениях. В свое время он получил от властей разрешение быть захороненным в саду рядом с домом. Могила располагалась неподалеку от старого колодца, который, хотя и являлся едва ли не ровесником этого необычного особняка, стоял как ни в чем не бывало, под аккуратным навесом, с ведром и прочими необходимыми приспособлениями. Однако даты рождения доктора не было и на могильной плите. На ней стояли только имя. Жан-Франсуа Шарьер, род занятий, хирург, место проживания или занятия врачебной практикой, Байона, Париж, Пан-де-Шери, Квебек, Провиденс и год его смерти, 1927. Эта пелена таинственности вокруг даты рождения доктора подвигла меня на новые поиски. И, припомнив имена своих знакомых, которые жили в указанных на могильной плите городах, я разослал туда письма с просьбой сообщить о Жане Франсуа Шарьере все, что им только было известно. Результат не заставил себя долго ждать. Уже через 2 недели я получил от своих адресатов массу интересующих меня сведений. Однако и на этот раз меня ожидало разочарование, ибо туман вокруг таинственной личности доктора Шарьера ни в коей степени не рассеялся. Напротив, теперь он казался еще более непроницаемым. Прежде всего я распечатал письмо из Байоны, города, название которого стояло первым на могильной плите. Скорее всего, именно в Байоне или в ее окрестностях доктор появился на свет. Следующими были письма из Парижа, идущего вторым в упомянутом перечне городов, и из Лондона, где жил мой приятель, имевший доступ к архивам колониальной администрации в Индии. Последним шло письмо из Квебека. Что же удалось мне выудить из этой корреспонденции? В общем-то ничего, кроме загадочной последовательности дат. Но каких дат? Начнем с того, что Жан-Франсуа Шарьер действительно родился в Байоне, но родился в 1636 году. В Париже его имя тоже было известно. Носивший его 17-летний юноша прибыл в столицу в 1653 году и в течение 3 лет обучался там врачебному искусству у Ричарда Уайзмана, бежавшего из Англии роялиста. В Пондишери, а позже на Карамандельском берегу в Индии, слышали о некоем докторе Жане Франсуа Шарьере, хирурге французской армии, который состоял там на службе с 1674 года. И, наконец, последнее упоминание о докторе Шарьере относилось к Квебеку. Начиная с 1691 года, он практиковал там в течение 6 лет, а потом уехал из города, неизвестно куда и с какой целью. Вывод напрашивался сам собой. Пресловутый доктор Жан-Франсуа Шарьер, родившийся в 1636 году в Байоне и бесследно затерявшийся после своего отъезда из Квебека, в тот самый год, когда был возведен дом на Бенефит-стрит, являлся предком последнего его обитателя и носил одно с ним имя. Но в этом случае налицо был зияющий пробел между 1697 годом, периодом жизни доктора Шарьера, скончавшегося 3 года назад, ибо о семье доктора Жана Франсуа Шарьера, жившего на исходе 17 века, не было известно ровным счетом ничего. Даже если мадам Шарьер и дети, рожденные ею от доктора, когда-то и существовали в природе, а иначе как бы смогла протянуться до 20 века линия этого старинного рода, то о них не было никаких достоверных свидетельств. Могло статься и так, что, живя в Квебеке, Шарьер оставался холостым и женился только по приезде в Провиденс. Будучи тогда в почтенном уже возрасте, ему должен был исполниться в то время 61 год. Однако мне не удалось найти ни одной записи о его женитьбе, чем я был в высшей степени озадачен. Хотя как специалист, отдавал себе отчет в том, что при разгадке такого рода тайн трудности совершенно неизбежны. В общем, я был твердо настроен продолжать свои поиски.
Решив подойти к решению проблемы с другой стороны, я обратился в фирму Baker & Greenbow, в надежде узнать от них что-нибудь существенное о покойном Шарьере. На этот раз господа юристы встретили меня еще с меньшим энтузиазмом, нежели во время моего предыдущего визита, тем более, что первый же мой вопрос явно поставил их в тупик. «Как выглядел доктор Шарьер?» – спросил я. И после долгого напряженного молчания оба законника признались, что ни в глаза его не видели, и что все распоряжения он отдавал в письмах, прилагая к ним чеки на солидные суммы. Они начали оказывать услуги доктору примерно за 6 лет до его смерти и продолжают оказывать их сейчас. Однако до того Шарьер никогда не прибегал к их помощи. Удовлетворившись пока этим, я принялся расспрашивать их о племяннике покойного хирурга, поскольку наличие такого родственника подразумевало по крайней мере тот факт, что у Шарьера были некогда брат или сестра. Но и здесь меня подстерегала неудача. Шарьер никогда не именовал своего загадочного родственника племянником, сообщая лишь о единственном оставшемся в живых наследнике рода Шарьеров по мужской линии. Конечно, этот наследник вполне мог оказаться племянником покойного доктора, однако с таким же успехом он мог и не быть им. Не лишне отметить и то, что в завещании Шарьера стоял пункт, согласно которому Baker & Greenbow не должны были предпринимать никаких шагов по розыску единственного наследника. Им оставалось только терпеливо ожидать его появления, причем ему вовсе не обязательно было приезжать собственной персоной. Он мог просто послать на их адрес письмо по специально оговоренной форме, исключавшей вероятность какой бы то ни было ошибки. За этим явно что-то скрывалось. Однако юристам в свое время хорошо заплатили за молчание, и они отнюдь не горели желанием выложить мне все, что им было известно. Впрочем, и известно-то им было совсем немного. В конце концов, мои собеседники довольно-таки раздраженно заметили, что с момента смерти доктора прошло только 3 года, и у предполагаемого наследника есть еще масса времени заявить о себе. Я вновь отправился к старине Гэмбону. После фиаско в юридической конторе мне не оставалось ничего другого. Мой друг так и не встал с постели, и его лечащий врач, с которым я столкнулся в прихожей, сообщил мне, понизив голос, что болезнь зашла уже слишком далеко, и потому лучше не волновать пациента и не утомлять его разговорами. Я и сам понимал, что Гэмбону нужен покой, но у меня не было иного выхода. И как только доктор ушел, я обрушил на беднягу град вопросов. Гэмбл пристально посмотрел на меня, и под этим взглядом мне стало жутко. Я почувствовал себя так, как будто в моей внешности после менее чем 2-недельного пребывания в доме Шарьера произошли некие зловещие изменения.
которые, однако, ничуть не удивляли моего несчастного друга. Итак, с первых же слов я перевел беседу на интересовавший меня предмет. Начав с банальной фразы о необычности дома Шарьера, я стал подробно расспрашивать своего приятеля о покойном докторе, упирая на то, что Гэмбеллу доводилось встречаться с ним лично. «Но то было бог знает когда», — отвечал Гэмбелл. «Погоди, дай подумай. Вот уже 3 года, как он умер. Ну да, мы встречались где-то в 1907 году». «Что?» — изумился я. «В 1907 году? За 20 лет до его смерти?» «Да, за 20 лет до его смерти», — отозвался Гэмбелл. «А что тут удивительного, собственно говоря?» «Ну хорошо», — сдался я, решив не терять времени на этой путанице с датой. «Расскажи лучше, как он выглядел, хотя бы примерно». Тут я вынужден был констатировать, что преклонный возраст и неизлечимая болезнь основательно подточили не только здоровье Гэмбелла, но и его некогда ясный ум. «Возьми 3 тона, увеличь его в размерах, научи ходить на задних лапах и одень в элегантный костюм. Вот тебе и Жан-Франсуа Шарьер собственной персоной», — раздраженно ответил мой приятель. «Да еще, сделай ему для полного сходства дубленую шкуру». «Дубленую шкуру?» — озадаченно переспросил я. «О, Господи! Ну, конечно!» — подтвердил Гэмбелл, раздражаясь еще больше. «Кожа у него была шершавой, даже какой-то ороговевшей. Странный тип. Холодный, как рыба. Он как будто жил в другом мире». «А сколько ему было лет?» — продолжал расспрашивать я. «80». «80?» — задумался мой собеседник. «Погоди, я впервые увидел его, когда мне только 20 стукнуло. И тогда ему на вид где-то и было около того. А в следующий раз я встретил его 20 лет назад. И не поверишь ли, он ни капли не изменился. Вот так, дружище Эдвуд. Он выглядел на 80 в первый раз. Может быть, в то время он показался мне таким старым, потому что сам я был очень молод, не спорю. Но и в 1907 году он тоже выглядел на 80. И умер спустя 20 лет. То есть тогда ему было 100. Вполне возможно. Почему бы и нет? Я уходил от Гэмбелла, будучи страшно разочарован. Опять мне не удалось узнать ничего конкретного и определенного, только смутные впечатления и недомолвки о человеке, которого Гэмбелл непонятно почему недолюбливал, и при этом, испытывая своеобразную ревность профессионала, многообещающим чужим изысканием, старался скрыть от меня причину своей неприязни. Следующим этапом моих исследований явилось знакомство с соседями. Большинство из них были сравнительно молоды и практически ничего не знали о покойном хирурге, хотя нашлись и такие, кто сохранил более чем отчетливые воспоминания о жившем рядом с ними мрачном затворнике, на голову которого они не уставали посылать проклятие, ибо ползучие гады, которыми кишел его дом несколько лет тому назад, вызывали у моих собеседников суеверный ужас. Они подозревали, что эти омерзительные твари нужны были доктору для каких-то дьявольских лабораторных экспериментов. Из запрошенных мною соседей одна лишь миссис Хепзиба Кобот отличалась почтенным возрастом. Маленький двухэтажный домик, где она жила вместе со своей дочерью, стоял позади особняка Шарьера, сразу же за стеной, огораживающей старый сад с могилой и колодцем. Она приняла меня, сидя в инвалидной коляске, что, по правде сказать, сразу настроил меня скептически. Вряд ли я мог ожидать от этой дряхлой старухи каких-нибудь заслуживающих доверия сведений. Дочь старой миссис, стоявшая позади коляски, искоса поглядывала на меня сквозь стекла пенсне, которая неуклюже сидела на ее огромном крючковатом носу. Но уже в самом начале беседы я понял, что был несправедлив к миссис Хепзиби Кобот, заподозрив ее в слабоумии, ибо едва я только произнес имя ее покойного соседа, как хозяйка тут же встрепенулась и, по всей вероятности, сообразив, что в настоящее время я живу в доме Шарьера, принялась излагать известные ей факты. «Вы там долго не задержитесь, помяните мои слова. Нечистый это дом.
начала она довольно громким голосом, который, впрочем, быстро угас до хриплого старческого шепота. «Я ведь живу тут по соседству, и уж доктора-то видала много раз. Он был такой высокий, так голязый, согнут, как крючок, и борода наподобие козлиной. Да, а что у ног ему вечно волочилось? Ох, не приведи вам Господь такое увидеть! Какая-то длинная черная гадина, но не змея, нет, для змеи-то она была великовата. Хоть эти твари и змеи, то есть постоянно мне на ум приходили, как только доктора увижу. Ох, а как кто-то кричал в ту ночь, и в колодце не то выли, не то лаяли, не как лиса или собака. Уж этих-то я ни с кем не спутаю, нет. Там будто тюлень тявкал, если вы, конечно, когда-нибудь тюленя слышали. Я уж всем про то рассказывал, разочарованно махнула она рукой. Да только кто мне старой развалины поверит? Вы ведь то же самое думаете. Сидит, мол, тут старуха и несет мне весь что. Чего уж там. Интересно, какие выводы сделали бы вы на моем месте? С одной стороны, я склонялся к тому, чтобы признать правоту дочери миссис Коблет, которая, провожая меня, сказала: «Не обращайте внимания на мамину болтовню, это склероз, сами понимаете». Так что она уже немного выживает из ума. С другой стороны, я никак не мог согласиться с тем, что старая миссис понемногу выживает из ума. Стоило мне только вспомнить, как сверкали ее глаза и как цепко следили они за мной, когда она рассказывала о своем загадочном соседе. Казалось, она с наслаждением вовлекает меня в некий сатанинский розыгрыш, истинные масштабы которого были доступны только ей одной. Неудачи подстерегали меня на каждом шагу. Все направления моих поисков давали в сумме не больше, чем какое-нибудь одно из них в отдельности. Я проштудировал огромное количество старых регистрационных документов, газетных вырезок и прочих записей, но результатом были только две даты: 1697 год – возведение дома и 1927 год – смерти доктора Жана Франсуа Шарьер. Если в истории города и был какой-либо другой Шарьер, то о нем не сохранилось ни одного письменного свидетельства. Казалось невероятным, что все без исключения более-менее близкие родственники доктора Шарьера, покинувшие мир живых еще до его кончины, предпочли умереть за пределами Провиденса. И тем не менее, только эта гипотеза в какой-то степени могла объяснить тот факт, что доктор Жан-Франсуа Шарьер являлся единственным известным здесь представителем своего семейства. И все же, однажды удача улыбнулась мне. Как-то раз, обследуя до нельзя захламленные комнаты верхнего этажа, я обнаружил в одной из них портрет доктора Шарьера, который висел в самом дальнем от входа углу и был почти совершенно завален различной рухлядью. Вместо полного имени на портрете стояли только инициалы ЖФШ. Но и этого мне было вполне достаточно для того, чтобы идентифицировать изображенную на нем личность. Высокие скулы, палые щеки и остроконечная бородка придавали тонко очерченному лицу доктора суровое, аскетическое выражение, а от взгляда темных, лихорадочно блестевших глаз веяло за могильным холодом. Однако на этой ценной находке мое движение вперед основательно застопорилось, и мне снова пришлось взяться за изучение книг и бумаг, лежавших на столах, лаборатории и кабинете. Если раньше я проводил большую часть времени вне дома, занимаясь сбором информации о докторе Шарьере, то сейчас буквально дневал и ночевал в мрачном особняке. Возможно, благодаря именно этому добровольному заточению в стенах дома Шарьера, я стал гораздо острее ощущать его ауру как физически, так и психически. Постоянно думая об адвокате и его семье, которые покинули особняк, будучи не в состоянии вынести здешний воздух, я невольно начал обонять дом и смог наконец-то уловить причудливую смесь разнообразных запахов, до сих пор ускользавших от моего восприятия. Среди них
были вполне обычные, характерные запахи старого жилища, но преобладали иные, данной обстановкой совершенно неожиданные. Основная составляющая этой странной смеси не вызывала никаких сомнений. Это был терпкий мускусный дух, непременный спутник зоопарка, болот или просто луж, состоявшийся водой. Своего рода миазм, явственно свидетельствовавший о присутствии рептилий. «Но откуда он взялся?» – спрашивал я себя. Вполне возможно, что в саду за домом Шарьера нашли себе пристанище несколько ползучих гадин. Но не могли же они в самом деле расплодиться в таких страшных количествах, чтобы все вокруг пропахло именно сквозь. Я убил добрых полдня, разыскивая источник этого запаха, как внутри дома, так и вокруг него, но безрезультатно. И хотя однажды мне показалось, что мускусный аромат исходил из старого колодца, я сходу отмел эту версию как неприемлемую. Запах проникал в каждый закоулок дома. Особенно сильно он ощущался, когда шел дождь, повисал туман или на траву ложилась роса, что было вполне естественно. Во влажном воздухе запахи всегда обостряются. Впрочем, и в сухую погоду в доме было довольно-таки сыро. Сырость эта не вызывала у меня особо приятных эмоций, но, с другой стороны, и не являлась причиной излишнего беспокойства. Однако вскоре в доме стали происходить явления, встревожившие меня куда больше. Я имею в виду галлюцинации, что с некоторых пор начали меня неотвязно преследовать. Казалось, дом протестовал против моего вторжения в кабинет и лабораторию. Однажды, посреди ночи, мне послышался необычный лающий звук, который доносился будто бы из сада. В другой раз мне почудилось, что из окна кабинета выпрыгнула в кромешную тьму некая странная особенная фигура, своими очертаниями напоминавшая рептилию. На этом галлюцинации не прекратились. Напротив, они стали донимать меня с удручающим постоянством. Я же, в свою очередь, упорно воспринимал все эти неведомые звуки и видения, как не имеющие никакого отношения к реальному миру. И продолжал думать о них так, до той самой ночи, когда меня поднял с постели совершенно отчетливый плеск воды, доносившийся откуда-то из сада. Всей кожей ощущая, что в доме есть еще кто-то, кроме меня, я вылез из-под одеяла, надел халат и ночные туфли, зажег лампу и помчался в кабинет. Представшее моим глазам видение было явно навеяно содержанием бумаг покойного доктора, с которыми я успел ознакомиться к тому времени. Несомненно, только эти странные документы могли вызвать в моем мозгу зародыш будущего кошмара. Кто-то действительно побывал в доме и стащил из кабинета несколько принадлежащих доктору бумаг. Я ворвался туда в тот самый момент, когда силуэт непрошенного визитера мелькнул в проеме окна и исчез в темном зеве сада. Это продолжалось секунду, не больше, и все же в тусклом свете лампы мне удалось разглядеть вторгшегося в мои владения субъекта. Он был облачен в черный, туго обтягивающий костюм из какой-то грубой блестящей ткани. Я бросился было за ним, но то, что я увидал на освещенном участке пола, остановило мой порыв. Пришелец оставил на полу следы, отпечатки мокрых ступеней. Но, боже, какие это были следы! Судя по ним, у ночного гостя были чудовищно широкие стопы, а ногти на пальцах его ног отросли на такую длину, что, загибаясь вниз, оставили зарубки перед отпечатками ступней. А на том месте, где он стоял, склонившись над бумагами, осталось большое мокрое пятно. По всему помещению витал такой жуткий мускусный смрад, что я зашатался и едва не упал в обморок, несмотря на то, что давно уже воспринимал это зловоние как непременный атрибут занимаемого мною дома. Прислонившись к стене, я некоторое время приходил в себя, одновременно пытаясь найти маломальски правдоподобное объяснение происшедшему. В конце концов, я решил, что в кабинет наведался кто-то из соседей, наведался с недоброй целью, очевидно замыслив что-то против ненавистного моему особняка. Но почему этот некто был мокрым, как будто он вылез из бассейна, и зачем ему понадобилось хватать со стола бумаги, а оставлены на полу странные следы? В общем, объяснение у меня вышло довольно неубедительным, но что еще мог я предположить?